Друзья, ну а следующая новость, я так думаю, скоро станет постоянной рубрикой нашей программы. Дело в том, что совершенно недавно мы рассказывали о том, что бывшая модель, звезда «Плейбоя» Влада Прокаева была сначала назначена, а затем уволена с должности заместителя генерального директора Киево-Печерского заповедника. И вот тена! 10 августа Влада Прокаева уже снова восстановлена в этой должности. Что? Опять? Да, опять. Узнав об этом назначении, друзья, я еще раз убедился, что свято место пусто не бывает. А вообще, глядя на нешуточные баталии вокруг Влады Прокаевой и ее должности, логично предположить, что на следующей неделе ее должны снова уволить, а затем снова восстановить. И так до бесконечности. Так что, госпожа Прокаева, перефразировав простую народную мудрость, хочется вам сказать, не лезьте в чужой монастырь даже с 50 тысячами взятки.